Праздничное мероприятие к Международному женскому дню прошло в Республиканском отделении Всероссийского общества слепых. Для представительниц прекрасного пола был организован концерт с участием членов данной организации. На празднике побывал Алихан Лепшоков. Это особый праздник для наших милых и самых прекрасных представительниц человечества. Именно вы, женщины, являетесь хранителями семейного очага, и благодаря вам мы познаем вечные ценности жизни. Этот праздник мы дарим вам, обворожительным членам нашего общества. И мы, мужчины, желаем вам счастья и радости, отметил председатель Карачаево-Черкесского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Женщины символизируют мир, добро, тепло, уют в доме. Вот будьте такими счастливыми, радостными, чтобы вы радовались весне, чтобы в доме у вас царил порядок, чтобы вас окружала любовь, чтобы ваши близкие уважали, понимали ваш вклад в эту жизнь. Будьте счастливы, удачливы. Самое главное, если есть планы, чтобы они, ваши планы, свершились. И больше любви, радости, радостных улыбок. Своей душевной щедростью, умением сопереживать и противостоять жизненным невзгодам вы помогаете нам, мужчинам, которые ценят вас и любят, отметил председатель Хабаровского районного отделения общества слепых Александр Лахов. Он также поздравил виновниц торжества с праздником и адресовал свои пожелания. Это сегодня ваш весенний праздник. Дай вам счастья, здоровья, чтоб всегда вас уважали, всех всегда вас ценили. Сейчас назвали очень много слов про женщин. Конечно, их нельзя, я не смогу перечислить сейчас. Но я к этому присоединяюсь. Счастья вам, здоровья вам, чтоб всегда было у вас здоровье сибирское, долголетие кавказское. Своими музыкальными номерами порадовали собравшихся талантливые представители общества слепых. Яркие костюмы и красочные выступления выражали бурю аплодисментов у зрителей. Ах, зачем болит душа? И весна так хороша. Если реки вода, мою юность навсегда. Ах, зачем душа болит? Ведь костер еще горит. Этот небольшой праздник, надеемся, подарит нашим виновницам торжества чувство радости перед праздником, заверили организаторы музыкального мероприятия. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.